Пять заявителей на конкурс президентской программы господдержки молодых российских ученых получили сертификаты на гранты для продолжения работы. Денежную господдержку до 600 тысяч рублей дали инновационным проектам в области лесной промышленности, медицины, биологии, а также исследованиям в сфере языка и литературы. Кроме грантов, глава Карелии вручил ученым награды за участие в международной выставке высоких технологий в Санкт-Петербурге. Некоторые разработки и проекты уже успешно применяются на практике. Гран-при выставки за проект в области приборостроения получило предприятие «Прорыв». «Карелэнерго» – один из потребителей наших средств измерения. Сейчас они проводят периодические испытания этими интеллектуальными приборами, которые меряют 500 параметров электросети. Это в первую очередь прогноз и предупреждение аварий, событий, ремонтов и так далее, и так далее, и так далее. Глава Карелии поблагодарил за работу все карельское научное сообщество, за труд и успехи в создании передовых инновационных технических и научных проектов. В Карелии исследование и разработка новых методов и технологий ведется учеными практически во всех областях науки и техники. То, что сегодня в нашем карельском филиале работает 7 институтов, около 700 сотрудников, из них более 400 занимаются высокой наукой, это уже огромный потенциал, причем изучение тем происходит настолько глубоко и настолько фундаментально, что получает высокую оценку не только в России, но и далеко за ее рубежами. Большая часть награжденных – молодые ученые Петрозаводского университета. Всего 18 исследований и проектов удостоились медалей за лучшие научно-технические разработки.